блин, как далеко бежать? Почему мне так далеко бежать? Такое чувство, что с другой стороны до центральной точки быстрее добраться можно. Блин, тут тоже эта хрень. Мы побежали как-то так, что ли? Они уже здесь. Они не умирают. Они долго живут. Сейчас мне пизда будет. Мне пизда. Всех убили? Они убили всех. Быстро, быстро, быстро! Это коп? Это коп просто ублюдочный. И всегда таким был. Оба! Вообще-то обидно. Ладно, я почти весь отряд им перерезал. С другой стороны. Вот там один мой этот вышел. Забавно. Ой, ну, ну это пизда моим там. Так, посмотрим. Блин. Почему только двое занимаются окопами? У вас что, все окопные шансовые принадлежности? У вас одних сконцентрированы, что ли? Как-то странно. Вы идиоты. Вы почему ползком туда идете? Suppression fire. Да, у них, у двоих там сконцентрированы весь шансовый инструмент. Весь шансовый инструмент полка. Господи, эти только доползли, позорище. Да, да, Hold the Emperor. Ты что, хочешь сказать, что ты сейчас достанешь еще? Ну, если бы не домик, то достал бы. Так, ну что, Сентинель готов, Сентинель готов, поехали. Еще дополнительные ласганеры вперед. Вы из Imperial Guard. Да, да, да. Это мы все знаем хорошо. Так, где твои ракетные установки? Чё, блядь? Гальванической винтовкой? Ах вы, ублюдки. А, ну да, они ж... Короче, им говорили, мол, это... Ребята, во-первых, сентинели слишком крутые. Потому что, а почему это сентинель может увернуться от моей ракеты? Почему это у космодесанта? Есть только кривые ракеты, которым космодесант не может попадать, потому что они косорылые ублюдки, которым не хотят точность нормальную сделать. А, почему эти сентинели уворачиваются постоянно? И почему у Химер... Ой, не у Химер, у Саламандр такой маленький... Ну, такая маленькая броня. У них должна быть как в Химере. Вы еще скажите то, что сентинели от болтеров будут убирать. Теперь сентинели умирают от болтеров. А че там лежите? Ну ничего, с Химеркой будет поинтересней. Твою мать, ах ты мудила. Так. Поехали. Ну что, мне остается? Мне остается чуваков по 10 очков покупать. По 20. Простите. Зараза. Паскудники. Heavy fire, блин! Так, ну чё, эту хуйню ты гальваникой своей не пробьешь, правда ведь? Не получится? Ну, кто-то же. Вот мразь.
Ну-ка, вы не против, если я сюда переключу немножко огня? Болтерного, пожалуй. Окей, this is it. Блин, а мне денег до жопы, а тратить некуда. Ну, это, как говорится, прикол. Так, ну чё? Потому что мне таймеры мешают. Блять, вы опять меня убили, сентинеля! Мрази! Ненавижу вас. Они опять это сделали? Можно я увижу, собственно, кто по мне это делает? Ну, нет, так нет. Как бы не очень-то и хотелось. Наконец-то. Я видел этих гандонов. Недоштопанных. Так, это моя точка, и я ее тереблю. Ну уж меня так сейчас плазма и уработает. На самом-то деле. Кто бы что ни говорил, он меня так плазмой-то сейчас уработает. Денег у меня 800, блядь. Так, давай еще вот эту шнягу возьмем. Тратить некуда. Дополнительного давай. Дополнительного парня для диктовки нашей непреклонной воли. Че, против химерок уже не так интересно? Ох, мать твою! О! Ха-ха, вот артиллерия! А вот и артиллерия по... Ох, блядь. Опять эта мразь. Так, чем мне тебя убивать-то? Блядь, мель-то? Вот сукин ты сын. Какое говно, я немножко не ожидал. Ладно, я по крайней мере точку сбил. Сколько у тебя уже? 70? У него уже 70 очков было. Вот в чем проблема таких вот карт... Ну, точнее, таких вот боев на 100 очков. Потому что вот он немножечко посидел. 7 минут. И он уже выиграл почти. Блять, я вообще-то тебя налево приказывал. Чем ты, сука, слушаешь, ублюдок? Бля! Приляж, пожалуйста. Ой, блять, да чтоб тебе! Как я не вижу? Так. Давай опять сентинелю возьмем. Ну, сентинель смельты, но сентинель смельты, наверное, не подойдет. Хотя, ну, похуй как бы. Вообще надо пехоты, да побольше. С плазмой, это на границе, вот можно тут с плазмой поставить пехоты немного. Потому что я могу себе позволить себе такое. Тебе вообще-то двигаться не помешал бы. Ой, блядь, ну ты что такой медленный? А что с ним? Почему он не едет? По нему энерго никакой не стреляли. В чем твоя проблема? Основополагающая, а? В чем? Скажи мне. Свет мой, солнышко, скажи. В чем твоя проблема, ублюдок? Так, ты главное лазером не попади по себе. А, понимаю. Попробуйте огнеметом сжечь. Еее, бой. Ну-ка, как горит металл? Это еще что такое? Понимаю. А что, если мы тебя раздавим? Так, ребята, дополнительных.
Чё там, застрял, да? Понял. Ну, похуй. Так, Ребзя, занимаем позиции. Надеюсь, ты там еще сгорел немного от взрыва. Так, нужно любой ценой захватить. Захват любой ценой. О, да-да-да-да-да-да-да, стреляй. Смогу попасть. А! Промах. Ладно. Твоя задача стрелять сюда. Ага, да-да-да-да-да-да-да, подъезжай, подъезжай. Еще немного, малыш. А-а-а, сквозь? Насквозь? Че еще расскажешь, дорогой мой друг? Да ну чтоб тебе. Ну тут как с тобой вообще жить? Как с тобой разговаривать-то? Ну-ка. Еще я тебя сейчас размажу, размажил. Все, все. Сиди, не перди. Я тебе покажу, блядь, непреклонную волю гвардии. Блядь, ну жопой-то зачем? Жопой-то зачем показывать непреклонную волю гвардии? Денег нету. Точнее, не денег, а очков. Денег-то у меня до жопы. Я не могу заказывать юнитов. Потому что этот ублюдок ограничил сотней. Мразь. А, блин, у меня, кстати, огнеметы по бокам. Ну-ка, давай-ка. Гвардейцы, гвардейцы. Ну-ка, ну-ка. Вперед. Не тормозить. Залить окопы. Залейте их пламенем. Омнисая. Не знаю, есть ли там, но я залью. Омнисая, товарищ. Не знаю, кто стреляет, но ты идешь нахуй, как бы. Нынче. Нынче вам пора пойти нахер. Так, F1, гранаты. Мои точки. Так, ебаш давай. Я бы тут командную химеру поставил. Прям не помешало бы, я думаю. Так, ну чё, попробуем. А, ты ж сволочь! Блин, ну он там и за укрытием стал, говнюк. Блин! У них, короче, очень слабая жопная броня у лемонрусов. И я прям себе же в жопную броню засадил. Я его уничтожил сам. Идиот. Обидно. Ведь он сейчас выиграет. Как бы это ни было грустно, он сейчас выиграет. Надо отбиваться. А я не могу, вот у меня куча бабла. А, ну как бы, и чё? Так, у него там что-то типа мельта, я так понимаю, да? Ну, я, скорее всего, правильно. Дьявольского пса мне нужно сюда. Вы кто такие? Не знаю точно, кто вы, но вы идите сюда. Сейчас же.
Ой, ё-моё, дебил! Ладно, я выжил. Бля, какая тупая хуета. Вылазь, да, о, бля. Блин, Болтер, я думал, у меня огнемет будет. А ну попробуй его старанить, что ли. Блять, не получается. Фух! Справился. Бля! Почему ты своей автопушкой не догадался пострелять по ним? Шмаляй. Ой, блин. Эти самоходки их неубиваемые. Где он? Сдох? Да ладно. Куда собрался? Это моя точка. Ты чё, ты меня со счетов не сбрасывай. Чё там, где... Где добро пакетированное? Мне нужно пакетированное добро. Моя точка. Отсоси. Чё? Кто? Отгады. Шёл нахер. Моё место. Блин, это ультралазер. Оба! Вот гад. Ладно. Отвянь. Не отдам. Кто, блин, на 100 очков ставит? Зачем? Зачем такое издевательство? У меня уже 1500 очей. Господи. Какой ужас. Какой ужас тут творится. Короче, сам бою. Я бы еще сюда вот заглянул, на огонек, да? Думаю, можно. Отбить у вас эту точку. Это что-то вы уж больно рветесь к другой точке. Ну, и так попробуем. Так, подожди, так это ж враги. Прям здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это элита. Куда собрался? Куда собрался? Тебе нельзя. Там скоро у нас Бейн был... О, уже, кстати. Не знаю, что он ждет. Он, может, копит на этих ультраприколистов своих. Возможно, он реально копит на свои ультраприколы в виде имперского рыцаря. Это имперский рыцарь, это имперский рыцарь. Мне жопа, возможно, вполне вероятно. Пизда к мне. Занять укрепление. Это что, гранатометы? Отлично. Так, с точку успел захватить, молодца. Не-не-не-не-не, бля. Обидненько. Сколько надо? Кого 30. Убей еще кого-нибудь, пожалуйста. Очень надо, чтобы ты еще кого-то убил. Почему у меня ровно 70 кого? Убей меня кого-нибудь. Погнали вперед, нужно умереть. Давай, давай, во имя императора, срочно. Так, отступить. О, сейчас помрут. Оп, во имя императора померли. Выезжай! Бейнблейд! Стоп, назад, назад, назад! Вперед!
мать твою. Почему он такой больный? У меня таких приколов нету. Ты что, присел? О, он присел! Он присел на пенечек! Быстро, быстро, катись! Давай, давай, пока он не возродился. Иди к папке. Иди к папочке. Стой. Сгори в инфернальном пламени. Концентрированный в него. Чё, блядь? Почему не сработало? Мама. Бля. Очень плохо. Ты идиот! Ты почему стреляешь мне в жопу? Ты куда отвернулся, идиотина? Мать честная. О, присел. Продолжай в него шмалять. Все продолжают стрелять в него. Е-бой! Уничтожено. Да, вот, скорее всего, я сейчас сдохну. А может и нет, я выжил. Так, быстро, химерки. Химерка раз, химерка два. Ты сюда. Очень долго не хочет умирать, ублюдок. Что можно сказать? Блин, эти чертовые сервиторы с мельтами. Ненавижу вас. Угу. А, отлично получается. Нужно срочно отбивать точки, бля. Убей его, блин, да болтер! Ну что это за, блин, что это за разбросина? Мама. Фу, 73 на 78. Счет. Посмотрим, чья воля более непреклонная. Ой, как хорошо, что у меня есть вот эти бортовые приколы. Бля, графганер. Это страшно. Что мне с ним делать? Надо ехать на него. Блин. Ну все. Я, походу, кончился. Ехать можешь, не можешь. Ехать можешь, не можешь. Угу. Вот и все. Ну какой ублюдок ставит на такое маленькое количество очков? Ну всего лишь жалкая сотня. Ну разве это что-то может? О, так это ж музыка из Механикуса. Прикольно. О, его что, убило? О, и его убило. Все. А теперь быстро. Теперь быстренько пытаемся занять. Вот это вот все дело. Так, на химерку хватило? Хватило. Погнали. Ага. Блин, ты что, все разрядил? Ладно. Так, починка. Блин, взорвали? Не классно. Повернуться можешь? Ну, может. Эти идиоты. Отбивай. Не отдам. Ну, в целом, артиллерия-то она что? Она продолжит стрелять даже в таком состоянии. Кстати, о стрельбе. Что там? Блять, таракан. Вылет? Нет? Дело. Так, щит снят. Еще один выстрел, и он готов. Есть. Успел убить. 88 на 73, господи.
Что ж ты... Что ж это такое? Как говорится, верите ли в это? В то, что это происходит? Ой, мама. Что там происходит? Ты куда выстрелил-то все? О, нет. Он выстрелил все сюда. Идиот. Все, стоять. Хватит с тебе. Ай, блин, у него тоже мельта. Вот это не классно. У меня там вроде бы еще одна ракета осталась. Господи, ну и дичь. Блин, у меня уже вообще не осталось войск. Вот это плохо. Надо подкрепы давать быстро. Быстро и много. Ой, нет, он пытается отбить последнее. Не позволю. Только не это. Этого я тебе не позволю. Так и знай. Так, расстрел издалека, это хорошо. Где враг-то? А, не, мы отхватили назад, хорошо. Быстрым темпом. Хорош. Проехать сможешь? Может. Готово. Здесь мы встали в позу, пошел нахер. Обожаю эту позу. Моя любимая поза в сексинге. Блинский. А, развернули раком. Хорош. Ай. Кажется, меня сломали. Ой. А вот это совсем плохо. Там где-то очень злая штука. Ну еще у меня есть тоже злые штуки. А что такое? А денег больше нет. А, денег больше нет. Классно. Деньги больше не поступают. Это вообще на самом деле хорошо. Потому что если он не скопил на своего вот чудо-рыцаря, то ему конец. Где же вы были? А хуй нас знает. Где эта шмаль? Ты эта шмаль? Ты эта шмаль. А ну давай посмотрим, как ты переживешь Мантикору. Оба! Чё, готов? Так, здесь мы сделали дело. Ну-ка, давай-ка пройдем тотал зачистку. Так, и давай еще последний снаряд куда-то высажу, чтобы... Ну так, чисто перезарядиться. Чтобы инициировать процесс перезарядочки. Ой, а вы откуда тут взялись? В смысле? Вас же там не было. Вас же там только что не было. Так, давай с огнеметом возьмем, товарищи. Товарищ огнеметный. Только с собой? Да, да, Строс, только с собой у меня был секс. Я абсолютно... Не отдам, 99, и пошел нахер. Господи, ублюдок, на 100 очко поставил, 100 КО. 100 на захват, механикусы, еще и сентинели теперь гальваническими винтовками в лоб пробиваются. Ну, ублюдок. Теперь иди нахер. Май Маус, угу. Да, конечно.